Жывая класіка – гэта конкурс, які аб'ядноўвае ўсіх школьнікаў краіны. Задача ўдзельнікаў – падзяліцца сваімі чытацкімі адкрыццямі і прачытаць услых з выразам любы твор. Самыя таленавітыя школьнікі рэгіёну паказалі гледачам, што чытанне – гэта зусім не сумна. Усяго ў раённым этапе конкурса прынялі ўдзел амаль 2000 юных чытальнікаў. Да абласнога этапа конкурса дабраліся 44 чалавекі. Выбар твораў быў шырокі, ад дзіцячай літаратуры да сур'ёзнай прозы як на беларускай, так і на рускай мове. Я буду рассказывать про бабочку, про мотылька синякрылого, які порхал над речкой, над чаротом. Я приехала с Хоновской школы. Вельми люблю читать белорусские книги. Мне очень нравится живая классика, и я буду читать стихотворение про свой родной город, потому что я очень люблю свой родной город и уважаю. Он очень красивый, я его считаю самым лучшим в Белоруссии. Честь и слава твоим сыновьям и поклон дочерям до земли, Могирев, помни их имена, не подвластен векам подвиг их, и всегда после тяжких годин восставал из огня Могилев. Возрождался из мертвых руин, вспоминая былое, как сон. Молчаливо струит время бег, словно книги считая листы. 750 минуло уже поколений зимы и весны. Меня зовут Катя. Я приехала из города Бобруйска с мамой и папой. Буду рассказывать в театре «Огнеборта». Выступление юных читальников оценивается компетентным жюри по наступных критериях. Глубина проникновения в образ и сенс, выбор текста твора, артистизм выполнения. Лидер областного узровения сможет принять удел у республиканском этапе конкурса и выступить у полоску на дне белорусского письменства. Переможцев конкурса «Живая классика» чекает путевка у Национальный детячий адукационно-оздоровленший центр Зубраня.